Нормально, чао, да? Куна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе с вами, Пумба, игровой канал Тимона и Пумбы, и мы продолжаем играть. Томми, Эдж, как ты рекрутил меня в Эйрис Курс? Томми утверждает, что ты просто появился в его баре один день. Потерянная душа. Адрифт в море сожаления. Он говорит, что он знал сразу, что ты будешь одним из нас. Но кто может доверять его манере в эти дни? You know, sometimes I think you're a better poet than a freedom fighter. Perhaps in another world I am. Мне ты не нравишься уже. Серьезно, я с самого начала говорил, что ты какой-то мутный. Не знаю, где блин. После всяких там игр уже мало кому доверяю. Во всех визуалах. Поднимемся? Поднимемся. Опять подождем. Вот сейчас мы промокнем. Там ничего нет? Нет, там ничего нет. Ладно, успокойся, да? С кем драк? Япона, мать! More drones. Come on, Nellin. You can make it. Иди ты в жопу. Ой. Там вывеска нужна. Какая еще нахрен вывеска? Ну вот она, вывеска, понятно. А как мне туда проникнуть? Пикалки. Какого? Как? Слышь, ты, панда, подсказывай. А, во. А, вот он полетел. Ладно, я затупил. О-о-о. Ой-ой-ой. Это вы видели? Мне просто повезло, по идее, надо было, наверное, назад сразу сбежать, но мне повезло. Мне просто тупо... Отлично. А, потянуться нельзя, да? Ладно, спрыгнем. Куда мы идем? Я тут не ожидал увидеть. Настолько не ожидал, что даже... перепугался я. А, туда, понятно. Тогда шажок сюда. И... Радги. Отлично. Чуть не сразу же нажал. Да япона, мать! Так. Забор и зеленая вывеска. А, панда! Меня не видно. Стой! Edge. All this flood damage. They've lost everything. Да ладно. We did this. The world is drowning, sis. You're the only one that can throw us a lifeline. You're talking in riddles, Edge. You are my scalpel, Nillin. A weapon against a planet full of tumors. A scalpel. Interesting metaphor. Так, я понимаю, но мне нужно... Вот, короче... Там балкончик, как я понимаю, да? Это, наверное, там вот, где я видел как раз таки. Да, мне нужно найти, во-первых, вот эту панду. Где изображена эта панда? Наверное, там, да? Получается, где-то здесь. Вот панда. Значит, на другую сторону мне надо. А-а-а! Прыгай! Оп!
Оп. Отлично. Сюда ползем. Сюда. Прыгивай. Заползай. Подбираем. Все, отлично. Еще один. Сектор на шкале здоровья. Так. Вниз. Переползаем. Как-то все хитро задумано-то было, да? То есть надо заметить то, что тут есть проход. Подняться. Сейчас допрыгнуть. Это Санджи опять этот. Серьезно, это Санджи. Присмотритесь. Немного некрасивый, но какой есть. Такой, в принципе, есть. Цепляйся. Поднимаемся. Ой, я по панде поползу. Здорово, панда. Твою мать! О, я думаю, звуки где-то. Я не всех на эту стопку давал, я вам отвечаю. Так, я надеюсь, она обратно не запрыгнула. Что? Чё, дураки? Пожалуйста, можно выровнять камеру? Просто прыгай тогда. Понимать. Это проблематично. Это очень-очень есть. И вот он машет, он где-то справа должен. Где-то справа. Черт, я не найду. А вниз-то падать далеко, да? А, там вода просто. А, вот крыша, наверное, да. А, я тут не запрыгну, да? Но мне сюда надо. То есть, как бы, в любом случае. Давай. Так, нормально, ползем, 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 ползем. Сейчас соберем, сейчас насобираем. Даже несмотря на то, что мы потеряли, чего-нибудь донайдем. Фокус. Все нормально. Так, там опять вода. Подфокус. А, там наверх все равно. Отлично, прыжок. Прыжок. Я реально потею. Причем это я потею не из-за того, что мне не крепко. О, нет. Нет, невидимки. Жопу. А ты скотина. А, все, умер. Кто еще? Ты. Нафиг. Я просто откуда у меня с кассетом. Ой-ой. Как с ним драться? Понятно, пока что прыгаем.
где он еще? Ага. Воу, какого хрена? Я же... Не-не-не, вам сложно по мне попасть. Все. Ах ты! Я ж отпрыг! Еще минус один? Нет. Блин, он по мне попал. Отпилился. Я знаю, знаю, вы сейчас скажете. Какого хрена ты бьёшь? Не хими, атака. Просто чтобы отпилиться. А, всё, это сыграем, ладно? Фух. Это было непросто. Хватит было тебе там замыкаться. Leapers. The district is infested. It was inevitable, but fortunate. They're drawing all the attention while you sneak in to memorize HQ. Угу. А вот там мне что не на руку, они со мной дерутся. Ай, ладно, край. Не нравится. Что-то у тебя мысли какие-то тоже. Великие. Что ты хочешь выбрать себе? Why? Why did you do this to us? Таланте. А, оу. То есть. То есть это как нам туда попасть? А, так это... понятно. Это переход. Грубо говоря. Так, чё это у нас? Бля, чё, прикалываетесь, что ли? Не-не, ты давай так не делай. Короче, вот эта рыжая дверь. Там наверху. Ну, наверное, это как раз то, что я и видел. То есть сюда заползти можно, но нельзя. Что-то в этой серии очень много мы собираем всякой фигни. Это прям мне не нравится. Ну да, вот она, я же говорил. Сейчас мы сюда заползаем. Да. Так, пластик. Подобрали. Перезапрыгиваем. Запрыгиваем. Спрыгиваем. Высоко, нормально. Теперь мы берем, прыгаем, перепрыгнули, шикарно. Эй, тихо, я еще раз не прыгал. Япона мать! О, вот это свезло! Твою мать! Лети нахрен отсюда. О! Я чуть не попался. Вы видели, как я выбежал прямо на него? Кто? Воу! А здравствуй! А такой элитных силках сами получаете урон. Mm-hmm.
твою мать. А как мне тогда их? Достал меня? Какого хрена? А как тогда с ними драться-то? Я не понял. А как с ними... Спасибо. Стулья на упряжи. А как с ними драться? Это же ненормально. Чё? Давайте дневник почитаем, как мы с ними драться. Ситуация в врагах. Элитные. Силовик. Регенерирующий прием помогает справиться с электрической броней против элитных силовиков, особенно в компании или при возвращении. Ага. То есть с ними лучше драться с хилами в любом случае. Так, ладно, история на упряжи. Дневник. Климатическая статья большинством читателей отмечена как необъективная. Постоянный поток климатических мигрантов испытывает на прочность границы обитаемых регионов и оборону городов, крепостей, беженцы из разрушенных поселений, затопленных или засушливых земель, является легкой добычей для бандитов. В настоящий момент за чертой бедности находится, по разным оценкам, от 500 миллионов до 1 миллиарда человек. Количество бездомных и лишившихся гражданства сильно возросло с 2038 года. Плавучие города странствовали без цели, не находя гавани. Лагеря для беженцев были переполнены бедняками, образовались кочевые микрогосударства на ранее незанятых территориях, свалках, токсичных отходов и местах ведения боевых действий. Возникали новые города. Более сильные государства укрепляли границы, возводя заграждения, которые должны были сдерживать людской поток. Так произошло в США, Канаде, Японии, Китае и тех европейских странах, где еще сохранилось центральное управление. Города-государства, уцелевшие или отстроенные после гражданской войны, переселили своих граждан так, что на периферии образовались либо гетто, либо пустоши, занятые чужаками, преступниками и прочими лишенцами. Блин, мне отхилка бы надо. Здрасте. Я буду когда отхиляюсь. В жизни бы так. Я забыл, кстати, в лаборатории связи, какая у меня отхилка. Рука, нога. Точно. Бляха-муха. Вот там и ищи. Ёп. Чё мне делать? Ладно. Чё-то я не понял. Я понял, надо было закрыть-то вот так. Твою-то мать. Япона мать. Вот теперь все, теперь понятно. Все, спасибо. Ну давай. Ну давай, залетай давай. Заходи на огничок. Давай, счастливо. Все, находится там. Все в полном порядке. А там ничего ж не было. Это будет убит. А я могу открыть отсюда? Нет, не могу. Ну и ладно, все, оставайтесь там. Охренеть. Охренеть тут.
Давайте вот дальше мы продолжим в следующей серии. Да не возмущайтесь. Нормально. Нормальная серия. Я двигаюсь быстрее, чем с мадам, по крайней мере. Вот, все. Красоту вам и любование. В общем, до новых встреч на канале. Напоминаю, с вами был Пумба, игровой канал Тимон и Пумбайналы. До новых встреч на канале. Увидимся. Пока.